Предприниматели Тверской области приглашают принять участие в конкурсе экспортеров. Он проводится по инициативе правительства Российской Федерации при поддержке центра «Мой бизнес». Победители получат возможность бесплатно представлять свою продукцию на любой международной выставке в формате индивидуального стенда. Об участниках и критериях отбора лучших экспортеров рассказывает наш корреспондент. Василий Смирнов в конкурсе «Лучший экспортер Верхневолжья» будет участвовать уже во второй раз. Победа годом ранее дала возможность представить свою компанию на выставке в Армении. Визит оказался более чем успешным. Мы за 15 минут заключили 3 контракта, по которым сейчас и работаем. Это наши первые иностранные 3 контракта. Вот. Сейчас благодаря им делаем евросертификат и выйдем на европейские страны. Расширять свой экспорт Василий намерен и дальше. Его компания занимается созданием детской мебели. В планах у предпринимателя двигаться со своей продукцией на восток. Самый интерес конкурса – это, конечно, главный приз. Участие в выставке, ну, было сказано, любого направления. Для нас, конечно, участие было бы в китайской или шанхайской выставке именно товаров для детей. Повторить успех предпринимателя тверские бизнесмены могут, приняв участие в конкурсе «Лучший экспортер Верхневолжья». В этом году он проводится уже в 4-й раз. В прошлом году при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области, входящего в структуру Центра «Мой бизнес», предприятия региона заключили экспортные контракты почти на 3 миллиона долларов. Мы гордимся нашими экспортерами, и чтобы поощрить их за эти успехи, проводим конкурс «Лучший экспортер Верхневолжья». Победители конкурса получают почетное право использовать наименование «Лучший экспортер Верхневолжья» в рекламных целях, а также право на организацию индивидуального стенда на любой выставке в любой точке мира. Лучших будут выявлять в 3 направлениях – в сфере промышленности, АПК и высоких технологий. Основные критерии для отбора победителей – объем экспортных поставок, география и номенклатура экспорта. Более подробную информацию можно узнать на сайте Центра «Мой бизнес» Тверской области.